Лагеру Ушатскому и серебряному призеру чемпионата Европы, бронзовому призеру чемпионата мира среди молодежи, чемпиону мира среди военнослужащих Александру Шишману. Вместе с нами на открытии и работе.
Героям России, депутатам Государственной Думы России, 12-кратному чемпиону Европы, 9-кратному чемпиону мира, 3-кратному олимпийскому чемпиону Александру Долинину и секретарю городского совета Китая Андрею Александровичу. Первый олимпийский чемпион независимой Украины Вячеслав Олейник, воспитанник спортивного дома «Замашка». Уважаемые участники соревнований, дорогие болельщики, дорогие гости нашего города, разрешите вас всех поприветствовать на этом прекрасном турнире и передать самые теплые слова приветствия от Мариупольского городского совета и от лица городского главы Юрия Юрьевича Акопкина. Сегодня в Мариуполе действительно большой праздник, поскольку нам есть чем гордиться. Школа греко-римской борьбы «Замаша» прославляет город Мариуполь и нашу родину во всем мире. Нам есть чем гордиться, потому что наши борцы одни из самых лучших в мире. Уважаемые участники соревнований, хотелось бы выразить огромные слова благодарности человеку, без участия которого, наверное, эти соревнования не состоялись. Большому патриоту Украины, президенту «Замаша» Александру Владимировичу Савчуку. Дорогие участники соревнований, желаю всем пройти эти бои без травм. Пусть всем сопутствует удача. Спасибо. Трехкратный чемпион мира среди
ветеранов Дмитрий Тимонов. Ваши аплодисменты поставлены спортсменам. Чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира Николай Монов. Олимпийский чемпион по плаванию Александр Сидоренко, город Мариуполь. Дорогие участники соревнований, желаю вам уверенных шагов в высоком мастерстве.